Младшая возрастная категория окончила свои сольные выступления, и баллы уже выставлены. Поэтому мы можем немножечко расслабиться и перейти, так сказать, к творческим подаркам, которые не будут оцениваться нашими вокальными экспертами, но позволят вам насладиться замечательными, яркими выступлениями. Наши команды подготовили трио, выступление трио. И сейчас на этой сцене появится команда Ульяны Егоровой. Встречайте! Аплодисменты! По нашим правилам, это, конечно же, трио талантливых наших участников. Дуэт Решетникова Полина и Стадник Глеб, Ложкин Алексей и Кузьменко Дарья. А по факту очень талантливый квартет. Спасибо вам огромное, ребята, за выступление.